2 апреля, Международный день информирования о проблеме аутизма, в Ярославле пройдет благотворительный проект. Ярославский губернаторский академический симфонический оркестр сыграет просто хорошую музыку. От классики до эстрады. Объявлять номера будут известные люди города. Журналисты, телеведущие, общественники, бизнесмены и чиновники. Перед началом концерта они же сыграют для особенных ребят сказку. Все собранные средства пойдут на участие солнечных детей в творческом фестивале в Туапсе. Это уже не первый подобный благотворительный проект в нашем городе. В нем традиционно принимают участие и мои коллеги. Ведущий утреннего телерадиошоу «Первая студия» Алексей Торхов и ведущий программы «День в событиях» Иван Уваров. Проявляется аутизм по-разному. Через нарушения в поведении, в особенности мышления и восприятии. Загадочный недуг. Так что же это? Неизлечимый диагноз или скрытые таланты? Это дар свыше. Мой сын полностью изменил нашу большую семью. Он научил нас реально смотреть на мир. Добро живет в каждом из нас. Стоит только покопаться в своих внутренних карманах. Не держите их закрытыми, люди. Откройте свои сердца вместе с нами.